Собери, смотри сюда, какая фамилия. Алиев. Имя. Пахиш. Отчество. Мухтарович. Число, месяц, год рождения. 74-04-07. 07. Где родились? В Грузии. Город, район, село. Дманийский район, село Малышло. Значит, вы являетесь вором в законе? Да. Вы вор в законе, уголовная кличка. Погоняло, как вас? Как вас называют в воровской среде? Ваха. Ваха называют, да? Так, сколько лет вы являетесь вором в законе? 2 года. 2 года являетесь вором в законе. Все, туда повернись теперь, телевизор сбоку тебя снимем. Так, теперь в обратную сторону, повернись туда к окну. Все, теперь сюда на меня смотрим опять. Так, наколки есть, татуировки на плечах, на коленях, нет. Еще где? Вообще ничего, портаков нету никаких, ничего. Да? Ничего. Так. Ранее был судим? Ранее судимый вы? Да. Где, когда, по какой статье? 327, Москва. А в каком году? 97. Отбывали уголовное наказание? Нет. Не сидели? Под следствием были? Под следствием были. Где, с каком изоляторе содержались? На Бутырке. В 97 году, да? Да. Потом по суду вас оправдали или осудили? Условно, это что, я не знаю. Условно, сколько лет вам дали? Сколько месяцев? По-моему, 2 года, не помню. А кто вас задерживал? Кто задерживал? Тверское отделение. И у вас паспорт был поддельный, да? Да. Отдельный паспорт. В городе Москве вы проживаете с семьей, насколько я понимаю, да? Да. Фамилия, имя, отчество жены? Ольга, не... ой, ну, я не помню. Это же не секрет. Как зовут? Ольга. Ольга зовут, да? Ребенок есть у вас? Есть. Как зовут? Рустам. Число, месяц, год рождения? 2005. Февраль месяц. Февраль месяц. А число? 8 февраля 2005 года, да. Сын Рустам. Так, жена Ольга, жена москвичка? Да. Фамилию жены? Не помню. Фамилию не помню. Братья, сестры есть? Нету. Братья, сестры нет. Родители? Сестра есть, 4 сестры. 4 сестры проживают где? В Грузии? В Баку. Все в Баку поживают, да? Да. А как зовут сестер? Ау, сестер. Хорошо. Все понял. Не помнишь? Да. Тоже не помнишь.